5 по 9 сентября в столице России проходит первый всероссийский форум трудящихся женщин, который организован Федерацией независимых профсоюзов страны. На площадке собрались представители организаций, госорганов, Думы, общественники, занимающиеся защитой прав женщин. Участие в нем принимает и председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева. Она представляет интересы медработниц региона, а также активно выступает в работе форума. Отметим, что данное мероприятие является площадкой для обмена опытом и объединения усилий в борьбе за равноправие и справедливость. В рамках форума пройдет представление результатов исследования соблюдения трудовых прав прекрасной половины страны, обсуждение участия профсоюза в реализации НАТ-стратегии действий в интересах женщин и представление лучших практик работы женских советов и многое другое.